А деревня все ж милее, чем дача. Пока не косили одуванчики. Болтанка, деревенская дорога. Ничего не сделаешь. Не асфальт. Строят медпункт наконец-то. А то мы тут без врача совсем. Вот такая деревня. Деревянные заборы. Обыкновенные. Некрашенные. Поле одуванчиков. Здесь обычно картошку сажают. А в этом году земля, видно, отдыхает. Это наша местная достопримечательность. Чайник, паровоз. Изделия в стиле стимпанк. Стимпанк. А вот и местные фермерские овечки. Прячутся в тенек. Чего? Козы. А вдалеке козы. Просторы деревенские. День солнечный, чудесный. А овечки все-таки некоторые прячутся в тенек. Выехали на бетонку, наше местное малое шоссе, и едем в населенный пункт сельский, кое-что покупать для дачи. Ну все, будем стоять, ремонт дороги, и еще к тому же светофор, а нам поворачивать направо. Вот такие деревенские истории. Поехали очередные машины, пропускают небольшое количество. Интересно, проедем ли мы в следующую партию или нет. Лес. Чудесный подмосковный лес. Одуванчики, ромашки уже расцветают. Вот, пришла и наша очередь. Поехали. Ведется ремонт дороги. Обновляется асфальтовое покрытие. Это тоже хорошо. Вот они, работнички. А нам поворачивай сейчас направо. Вот наш пункт назначения. Деревня Площево. Районный центр и различные магазинчики, где мы сейчас посмотрим и приобретем то, что нам нужно. Вот наш районный центр. Сегодня будний день, очень много всяких строительных машин. Вот даже у нас есть Озон. Теперь в деревнях можно также заказывать по Озону и привезут все, что хочешь. Но мы поехали обратно. Это едут машины из Москвы. Озон наш везет. Озон. Возможно, нам что-то везут. Мы заказывали. Ну вот, в обратную сторону дорога. Надеемся, что сейчас в пробку мы не попадем из-за ремонта. Нам повезло, а вот этим людям приходится немного ждать. Ямы здесь еще не было ремонта, поэтому трясет. Да чего все же красиво, подмосковные дороги. Лес зеленый уже. Так приятно небо. Смотрите, какое небо голубое. А вот наш поворот. Мы уже практически доехали. Ну все, друзья, всего хорошего. Начинается болтанка, поэтому на этом прощаюсь с вами. Московские тайны, Ирина. И это были деревенские истории. Ух-ух. Наш деревенский пруд.
Это наш мемориал павшим воинам деревни в Великую Отечественную войну. Еще один деревенский пруд. И поворот на наши дачи. А прямо это коттеджный поселок. Кругом сейчас строят коттеджные поселки. Ну, теперь вам всего хорошего. Вот мы уже на территории нашего дачного садового товарищества. С одной стороны нас граничит с нами коттеджный поселок, фермерское хозяйство. Там у нас козы, коровы, гуси, утки. Можно покупать молоко и всякие молочные продукты. Какая сегодня замечательная погода. Цветут деревья, цветут сады. Один раз в год цветут сады. А мы остановились, чтобы набрать чистой водички из коллективной скважины. Своя тоже есть, но здесь очень хорошая вода.